Олексій Різніченко, керівник та засновник мережі центрів робототехніки «Ботеон» і гостем програми «Чернівці сьогодні». Вітаємо вас в Чернівцях і в нашій студії також. Вітаю вас. До нашого міста ви приїхали на старт IT-Fest, аби більше розповісти чернівчанам про робототехніку, так? Да, именно так. Не далі, як полгода назад ми відкрили здесь, по франшизі відкрили центр робототехніки «Ботеон» совместно з Ігорем Мосіним. И уже на том этапе мы набрали порядка 3 или 4 групп по биомедицинской электронике. Это один из самых интересных курсов в нашем центре, и он эксклюзивный, он есть только в нашем центре учебном по робототехнике. Ну и, в общем-то, мы в дальнейшем, я думаю, расскажу еще по поводу вообще биомедицинской электроники, протезирования и так далее, как это, насколько это широкая отрасль и насколько она востребована и в Украине, и в мире в целом. И именно этому мы сейчас обучали детей весной. А сейчас уже вот начиная с осени, вот с сентября и до конца года учебного, мы будем обучать основам робототехники, интернет вещей и умный дом. Я впевнена, що до вас підходили молоді люди та й діти із запитанням, а де ж навчитися будувати роботів? То, власне, спокійно можна йти до ваших центрів і там всього навчать? Да, ну, в основному ми сейчас работаем, если в общем взять, да, мы работаем больше с детьми, но у нас есть и курсы для взрослых, и у нас есть конструкторское бюро в Харькове расположено. Сейчас мы еще открываем конструкторское бюро в Киеве. И вот там уже применяют себя профессионалы, у нас там работают, скажем так, те люди, которые хотят посвятить себя этому передовому направлению и создавать роботов. Конечно же, пока мы отстаем немножечко от мировых лидеров в этом плане, но зато делаем интересно все и делаем так, что получается у нас популяризировать робототехнику, и, по крайней мере, будущее поколение, которое подрастает только сейчас, получает достойные знания на достойном уровне, на современном, актуальном уровне, такие же знания, как получают в передовых странах, таких как США, там, Япония, Германия и так далее. Наскільки ця наука є складною? Чи всім вона під силу? Які необхідно мати якості дітям? Это направление довольно сложное, потому что оно объединяет в себе много направлений различных. Там и механика, и много математики, и сопротивление, там, любимое наше сопротивление материалов, там, да? И программирования очень много. Программирование – это одно из самых обширных таких, занимает больше всего объем, скажем так, знаний. И другие, в общем, отрасли, электроника, схемотехника. Но если касательно наших центров и обучения, то мы делаем так программу, чтобы дети увлеченно занимались и не всегда замечали даже, что они при этом программируют, изучают схемотехнику. У них всегда стоит задача собрать что-нибудь, какой-то проект. Каждый урок – это проект. Кроме того, у них есть там конкурсы, в которых они участвуют. То есть ребенок, когда к нам заходит, ну, скажем так, условно, у него открывается рот от удивления, глаза, уши, и он только воспринимает информацию, перерабатывает ее и не успевает даже там понять, что там где-то что-то может быть сложно или непонятно. Так все сделано. Ну, а в общем-то, в целом, конечно, это одно из сложнейших направлений. Но в то же время и одно из востребованнейших. То есть, ну, нет ничего невозможного. Угу. Мы видим, что мы двигаемся, прогресс не стоит на месте. Коли почала ця професія бути затребованою? Саме в Україні, я говорю, так, тому що в світі давно. Так, і в Україні давно. У нас же, можна сказати, там порядка з 60-х или 70-х годів вже можна в какой-то мере називати то, що ми бачили, робототехнікою. Вот. Это были, допустим, марсоходы. Это было производство, которое, в общем-то, тоже было в некоторой части роботизировано. Ну и, в общем-то, в большей мере, конечно, в космической отрасли у нас было, да, и в военной тоже немножко. У нас были там телетанки, телеуправляемые танки, которые не очень хорошо зарекомендовали себя по определенным причинам. Ну, в общем-то, это уже было тогда. Сейчас, конечно, если мы посмотрим на передовые страны, опять-таки, то мы отстали. Но, в общем-то, у нас есть, скажем так, пока массовости нет, но есть такие точечные проекты у наших соотечественников. Их довольно становится все больше и довольно много, и, в принципе, но становится все больше. Это интересные стартапы в области не только software, да, так называемый, а еще и в области hardware. Это различные железячки, которые работают, приносят там пользу людям или делают наш мир окружающий более комфортным для человека. Чому Україна відстала в розвитку робототехніки? Все об этом говорят, можно новости включить, посмотреть, почему.
Но, в общем-то, ну, наверное, недостаточно и по сей день недостаточно внимания уделяется именно образованию в этой отрасли. Потому что ну, нам начинать нужно с образования сейчас уже. То есть сейчас уже там восстанавливать что-либо не получится. Нужно начинать именно с образования. И образование вот именно в таком возрасте, там, с 8 лет начиная, с 7 лет. То есть начинать развивать в детях и умение, скажем так, и знания передовых технологий, и умение просто думать, творить, созидать и предпринимать что-либо. Да? Первый центр вы открыли в Харькове, так? Да, первый центр был открыт в Харькове. Это был, в общем, значит, первоначально это был коллектив преподавателей Харьковского вуза радиоэлектроники. Ну, в общем-то, всегда мечтали чем-то подобным заниматься, потому что одним преподаванием сыт не будешь, как говорится. Вот раз. Второе, конечно, хочется, ну, кроме того, что что-то рассказывать кому-то, хочется и саму что-то делать. Потому что даже когда, ну, чтобы хорошо преподавать что-то, нужно это хорошо знать. Чтобы это хорошо знать, нужно обязательно практическое применение, попрактиковаться, посмотреть вживую все это. Поэтому, ну, поступив в аспирантуру, там я с товарищем, мы видели, что хотелось бы, ну, заниматься не только, там, допустим, научными изысканиями, но и какое-то практическое применение было. Я организовал кружок научного творчества сначала в нашем вузе. Далее он перерос, это, знаете, как две волны было. Перерос он там в компанию. Мы занимались тогда энергосбережением, частично захватывали автоматизацию «Умный дом». Энергосбережение в области освещения. Далее, позанимавшись этим, ну, немножко мы там вышли на определенный уровень, на котором уже мало было таких задач интересных, конструкторских, творческих было мало. Оставалось много там по коммерческой части, по торговле там, и так далее, и тому подобное. Мне это показалось на тот момент не очень интересным. Я вышел из компании и организовал вот центр «Ватиник Батион». Кстати, вот почему я говорил «Две волны», потому что перед тем, как организовать центр «Батион», я обратился к товарищу, который на тот момент еще работал в вузе, и мы с ним совместно опять сделали, скажем так, на базе вуза такое конструкторское бюро студенческое уже на тот момент называлось. И какое-то время просто в этом, в этой области собирали различные там конференции, приглашали к нам друзей. У нас там есть определенные, из вуза преподавателя приглашали, молодых студентов. То есть, ну, развивались, просто узнавали, что есть в этой отрасли. Потому что, ну, как бы, работая в практической области, немножко отстаешь от передовых исследований в этой области. И, в общем-то, немножко насытившись и узнав, что происходит вокруг, начали пробовать свои силы, начали создавать различных роботов, гуманоидов, интересных, просто чтобы показать их людям. И для себя было интересно, и людям хотели показать. А начали показывать, во-первых, нас начали приглашать на различные самые мероприятия, на выставки, ну, потому что роботов на тот момент, да и сейчас их там в Украине, именно вот человекоподобных, как бы их не найдешь. Вот здесь в Черновцах мы сегодня увидим его, если наш коллега Дима успеет его сейчас собрать, потому что он там в пути задержался, сейчас должен приехать. Ну, в общем-то, их можно будет и в другой момент увидеть. Вот в школе робототехники они будут периодически появляться. Может быть, и дети скоро их будут делать у нас здесь. Вот. Ну, в общем-то, мы начали делать, увидели, что есть интерес у детей. Потом мы увидели, что у детей интерес не только как бы пощупать, там, подергать за проводочки, но и что-то сделать самостоятельно было интересно. То есть они уже более глубоко этим интересовались. Мы организовали там где-то года три назад, наверное, 3,5, первый курс на базе университета радиоэлектроники. Попробовали, посмотрели, что, ну, для нас это преподавание как бы не в новинку, но преподавание для детей это, конечно, отдельный разговор, это совершенно другой, скажем так, стиль изложения и вообще работа совершенно другая, чем как со студентами. Вот, поэтому, ну, мы посмотрели, увидели, что детям интересно, что у нас получается, увидели интерес родителей, и уже там через год мы открыли еще несколько центров, и на протяжении вот буквально там 3 лет мы уже представлены в 12 городах, в том числе и в Черновцах. В таких городах, как Харьков и Киев, у нас там по несколько филиалов. Там. Ну, в общем-то, продолжаем развитие и видим, что интерес к нашим программам учебным есть. И мы тоже не остаемся в долгу, мы развиваемся, мы интересны. Мы, кроме, там, допустим, робототехники, даем сейчас и педагогику нашим преподавателям. Детям мы начали давать больше так называемых soft skills. Это, скажем так, умение преподнести себя, умение продать себя, продать свой продукт, умение работать в команде, умение там лидерские различные навыки и качества. Поэтому
Ну, я считаю сейчас, что это даже более, ну, по прошествии, по моему опыту, скажем так, я вижу, что вот эти знания, они больше им нужны, в первую очередь, нужны, чем специальные даже знания. Потому что со специальными знаниями тоже почетно, хорошо, но ты инструмент в чьих-то руках. И, там, и, кстати, не всегда можешь себя там суметь продать хорошо и достойную зарплату получать. Даже не, ну, просто получать достойную твоих знаний зарплату, да? А когда ты владеешь еще немножко и другими, скажем так, навыками, не только в специальной области, то, возможно, это и есть, ну, мы так видим сейчас, что это тот, и не только мы, что это тот путь к успеху для наших подрастающего поколения, когда они смогут создавать свои стартапы, становиться предпринимателями, проявлять активную позицию, предпринимать, созидать, творить и так далі, применять ці знання. Так, от, власне, де людина може з такими прекрасними знаннями себе реалізувати? Може стати підприємцем, так? Значить, якщо, так, якщо ми з вами вже затронули ту тему по поводу, скажімо так, наскільки востребована робототехніка в Україні. Ну, скажімо так, крупні компанії, українські крупні аутсорсингові компанії, які одні з там, вообще крупнейших. Мы сейчас знаем, что у нас IT-сектор, по-моему, третий в Украине или второй в Украине. Ну, в общем-то, он после аграрного сектора по ВВП, да? Uh-huh. Вот, значит, то есть уже эти крупные компании, я вижу, и к нам иногда обращаются, и я вижу на базе вузов некоторых, они уже готовят совместные программы, то есть они их финансируют, они их инициируют. Совместные программы с такими вузами, как УКУ, ну и ряд других вузов, то есть они готовят совместную программу по бакалаврату. То есть они планируют уже через 2-3 года получить специалиста в области робототехники встроенных систем. Именно вот по этой тематике готовят. Это как бы, ну, один показатель. То есть крупные компании, которые работают в основном за рубежом, аутсорсинговые, они уже готовят себе специалистов именно в этой области, потому что там это уже бум. А у нас, мы немножко, может быть, отстаем, но у нас эти крупные компании, они как бы не должны, не могут отставать от мировых трендов. Поэтому они тоже уже готовят такие специалисты, недостаточно, видимо. Соответственно, мы можем говорить, что, ну вот, в ближайшее время для тех, кого мы сейчас учим, с кем мы работаем, там точно все будет в порядке. А для студентов, которые сейчас выпускаются, да, им важно было бы, если они хотят этим заниматься, переквалифицироваться. Там, скажем так, программирование, оно очень во всех областях похоже. Нужно как бы знать там определенные моменты. Поэтому. Да, нужно переквалифицироваться, я думаю, что востребованность будет и в Украине в том числе. Но если нет, то, конечно же, не хотелось бы, но так, такая тенденция есть, что наши специалисты уезжают за рубеж. Mm-hmm. И, допустим, такая страна, как Израиль, у них просто есть целый там, комитет, целый орган правительственный, который занимается тем, чтобы обеспечивать развитие IT-инфраструктуры, привлекать и осваивать именно приехавших из-за рубежа специалистов. То есть они этим занимаются вот уже на серьезном уровне, и они понимают, что у них экономика там в большей мере от этого зависит. У них стартап-нация, у них, скажем так, это развивается очень хорошо. Бачите, так шкода, що у нас чомусь влада про щось зовсім інше думає, не про це. Да, ну, що поділиш, це наша судьба. А це ж також величезна складова розвитку країни, так? Якщо ми говоримо про майбутнє держави. Это, ну, ми можемо бачити це повсеместно, и те, кто это не увидят и не поймут, то те будут ну, скапывать огород, я в кавычках говорю, да? Вот, это на нас очень похоже. А все ну, страны, которые это понимают, они все сейчас, потому что мы переходим сейчас уже, даже можно сказать, что ну, мы говорим о том, что рынок труда в будущем, он будет вытесняться робототехникой различной. Это будет и сервисная робототехника, и просто боты, программы-боты, которые заменяют там уже сейчас очень много человеческого труда. Мы вот сейчас, если посмотрим, мы, может, оно так плавно все входит в нашу жизнь, мы не всегда замечаем. Но мы же сейчас уже можем видеть, что часть профессии уже не востребована, да? А часть профессии еще будет не востребована. А когда у нас появится там похожее нечто там на уже, скажем так, искусственный интеллект, который сможет самостоятельно там действовать. У нас уже есть чат-боты интересные, которые очень сложно отличить от человека. С ним разговариваешь, он тебе отвечает. Он обучается при этом еще. И в следующий раз он тебя еще узнает, и тогда ну, вообще сложно как бы, понять, что происходит. То есть ну, в будущем это еще больше будет. То есть важен будет в каком-то ближнем периоде важен будет мозг человека. Там,
скажем так, чтобы он умел творить, созидать, и не так даже знания, которые он обладает, потому что знания доступнее стали. Знания стали доступнее, их можно там скачать в интернете, любые там законы, формулы и так далее. Это все можно найти, при желании, при умении этим пользоваться, можно найти. А вот умение думать, это немножко уже там важнее. А в какой-то дальней перспективе мы можем говорить даже, что и умение думать уже может не помочь, потому что есть такой закон Мура, может быть, слышали. Это, по-моему, основатель Intel, Гордон Мур. Он утверждает, ну, не то, что утверждает, это уже стало законом, что каждые 2 года удваивается количество транзисторов, ну, там, логических элементов в интегральных там, микросхемах на единицу площади. Ну, что за собой тянет там, производительность и так далее. И вот по этому закону мы видим, как развивается там сейчас электроника бурно. И она в конечном итоге перегонит просто эволюцию человеческого мозга, она перегоняет, причем это по его закону в 25-м году происходит, через 10 лет, меньше, чем через 10 лет. Вот. И, в общем-то, мы, не знаю, судьба человечества, как бы я не могу сказать, что там будет, но может быть, как в ряде фантастических фільмів, які ми смотрели, голлівудських. От, власне, моє питання, добре це чи погано? Чого нам очікувати? Я смотрел недавно картинку таку в інтернеті. Значить, там робот, по-моєму, варится в котлі, і стоять 2 таких аборигена там з косточками і тут з копіями. И говорят, нет, роботы не вытеснят нас с рынка труда, допустим, да? То есть это такой вот сарказм. Ну, в общем-то, если мы будем бояться прогресса, мы должны тогда отказаться там от всех. От всего, его, да. А если мы не можем, значит, надо идти и посмотрим, что там произойдет впереди. Но по всем нашим, по всем мнениям, которые я вот вижу, слышу там в интернете, ну, как бы человечество настолько быстро не готово там понять и принять то, что произойдет буквально, там, мне кажется, в ближайшее время. Ну, дехто ще навіть боїться, справді. Що ми зараз говоримо про те, що деякі професії вже не будуть потрібними. Дехто справді боїться за свої робочі місця? Кстати, мені кажется, да, многі просипаються утром. О, ні. Олексію, зараз ви навчаєте дітей та молоді. А в кого ви вчились? Ми вчились у професорів і доцентів нашого вуза. Очень їм благодарен за это. Ну, как бы у нас такое образование в Украине или в СНГ, там, или там, постсоветских странах, что мы очень много фундаментального всего изучаем, у нас широкий кругозор. Кстати, есть мнение, что именно поэтому у нас, я его еще до конца не могу там обработать у себя, я не настолько там, может быть, в этой области знаю все, что вот бум, который у нас есть и спрос, на который есть на наших специалистов в IT-сфере, в аутсорсинге, он обусловлен именно тем, что у нас была и есть, еще там теплица, но уже умирает, хорошая вот такая именно школа, которая давала большой широкий кругозор и очень, ну, фундаментальную базу знаний хорошую. Поэтому, когда обращаются к нам компании аутсорсинговые, они... Здесь вариант там просто программировать сидеть. А есть еще более высококвалифицированный труд, когда ты понимаешь, как алгоритмы используют, различные математические модели и так далее, ты ими можешь пользоваться. Вот есть такое мнение, что у нас это умеют делать. И наши аутсорсинговые компании, пока еще есть у них такой ресурс. Но сейчас новые веяния бытуют, что вот вроде как программист, он не должен вообще там заканчивать институт, он может там с 4-го или даже с техникума пойти и программировать себе. И, ну, вы же понимаете, что этот специалист, да, он будет зарабатывать там своему хозяину, там, ну, своему там, mm-hmm. руководителю фирмы, там, $3, грубо говоря, там, себе там 10, там, 3, еще там 3 заплатят налоги и поехали. Но такой специалист не является конкурентным. То есть тот, кто умеет набирать, он, возьмите Индию, там, Китай и так далее, мы рано или поздно, вот это есть такая опасность, я не берусь там, я не работаю в аутсорсе, поэтому не знаю точно этих всех вопросов. Но мне так кажется, что есть такая опасность, что мы просто со временем можем обесцениться и стать на какой-то такой путь, там, где мы какой-то такой не очень хороший инструмент, не редкий инструмент, которым можно работать. Поэтому и рейд, соответственно, программистов будет падать. Но тут надо выбирать. Я бы, конечно, хотел бы, чтобы мы развивались именно в инновационной русле, в инновационном русле, чтобы у нас все-таки оставалась вот эта база, которая нам позволяет работать с хорошими математическими приемами, допустим, да, я считаю, что математику надо было бы очень хорошо изучать, чтобы
моделировать различные процессы, те же самые процессы искусственного интеллекта, допустим, там нейронные сети і так далі. Раз ви згадали за освіту, то, звичайно, вона необхідна протягом цих років, просто коли студент навчається, до нього можуть приходити різні ідеї, так? Почув одне, вичитав друге. До речі, у нас в Україні є спеціалізована література, певно? По робототехніці? Угу. Ну, є, майже немає, є, але дуже немного, так. Mm. Да. І в основному, я думаю, що, не думаю, а багато дуже переводи. Тобто, іменно наших авторів я так багато не знаю. Есть опять-таки старая литература, но ее уже нет смысла читать. То есть автоматика, там еще сохранилась, в отрасли автоматика, да, там сохранилась математика, которая, скажем так, незыблема там она, остается еще, да. Но была, кстати, хорошая школа и по СНГ, там в Украине даже, хорошая школа по нейронным сетям, и ну, теперь это используется в искусственном интеллекте. Но такого, чтобы новое что-то, я, честно говоря, опять-таки сильно глубоко этим не могу, не успеваю интересоваться. Но я то, что я вижу, пока не видел таких наших учебников в хорошем количестве. Массовости у нас пока нет. Ну, деяку необхідну інформацію можна в інтернеті знайти? Да, сейчас ну, у нас є всі шанси, всі можливості, скажем так. Є інтернет, нічого не закрито, ну там нічого не закрито, но многое не закрито. І можна це черпати, преобразовувати, щось создавати своє. Хоча, як би це не дивно зараз в моїх вуст звучало, але все-таки переваги робота над людьми, так? Робот завжди виконує наказ твій, так? Да. Я так, кстати, да, я вас перебив. Та ні, можливо, ви можете продовжити. Это, ну, очень хорошо, когда ты кому-то что-то говоришь, а он это делает. Это ценится всеми. И это, скажем так, конечно, очень большое преимущество. То есть у нас пока еще робот не может проявить инициативу какую-то, да, там, ну, если он так не запрограммирован, это может быть минус, хотя инициатива тоже бывает разная. Но даже если просто вот нажал кнопочку, оно работает, написал команду, и она выполнена, это уже очень большое преимущество перед людьми, которые не всегда выполняют все вовремя, качественно, и вообще иногда не понимают, даже я плохо понимаю по-русски. Вот, поэтому, конечно, ну, есть ряд преимуществ. Ну, робот не устает, робот меньше в перспективе, если это, допустим, серийное производство, он окупается быстрее, намного, чем человек. То есть робот сейчас не применим только вот в таких творческих процессах, там, где что-то нужно там, создать новое. А касательно производства, это 100%, там практически все уже, ну, многое роботизировано. Не у нас, а у нас тоже много производств есть полностью автоматизированных. Если касательно даже сервис, то сервис без механики, просто какие-то программы, они тоже работают достаточно хорошо. Если это сервисная робототехника, какие-то промо-боты, либо, допустим, там в медицине много различных ботов, тоже нормально работает. Обработка больших массивов данных, пожалуйста, все обрабатывается, все выводится. Можно очень хороший анализ данных делать. И, в общем-то, в медицине, просто даже не зная, там, как лечить то или иное, или там, не зная, как протекает там, что-то, можно впоследствии проанализировать большое количество там, обращений или анамнезов, там, да, и увидеть, что, ну, можем предсказывать просто с вероятностью 99%, что этот человек там, вот так, а этот так, ну, в связи с тем, что у него какие-то показатели по здоровью на данный момент. Поэтому очень классно. Ви людина, яка постійно цікавиться робототехнікою. Можливо, можете розповісти, який надзвичайно цікавий робот вам трапився в житті? Да, у нас много. Я могу сказать, что мне неинтересно, но не всем будет интересно нашим слушателям. Но, в общем-то, мы сосредоточились сейчас на самых азах робототехники. Да? Мы понимаем, мы, кстати, немножко поработали вот в той области, попытались там, и даже мы некоторое время пытались создать, чтобы наш робот мог отвечать на слова, анализировать. То есть это уже там нейронная сеть, это, опять-таки, в кавычках буду говорить, искусственный интеллект. Далее работали над проблемами там, распознавания лиц и так далее. Это все требует большого ресурса там, по деньгам, по специалистам, скажем так, довольно ресурсоемкое направление. Мы его не закрыли, мы его продолжаем, но, скажем так, увидели такую тенденцию, что мы можем обеспечить себе самофинансирование. Мы это делаем. Мы сейчас обеспечиваем самофинансирование, занимаемся не самым последним делом. Я считаю, что довольно благородно мы построили наш бизнес. Причем мы во многом
так работаем, чтобы содействовать, ну, в общем-то, миссия нашей компании в долгосрочной перспективе, чтобы робототехника, скажем так, была доступна, ну, повсеместно, независимо от территории, социального статуса, там, материального обеспечения. То есть, и, в общем-то, мы во многом уже сейчас так действуем, чтобы те партнеры, которые к нам обращаются, могли с легкостью, вот как, допустим, Игорь, могли с легкостью, не, скажем так, не опасаясь, что там что-то не окупится, что-то не заработает, мы ставим такие условия и так сотрудничаем, Игорь не даст соврать, чтобы человек очень плавно, легко, свободно зашел в эту отрасль. У нас работает целый харьковский офис на поддержку всего, то есть упасть, скажем так, невозможно, мы всегда поддержим. И поэтому именно это способствует тому, что у нас вот растет такая филиальная сеть. Она сейчас там построена по одной бизнес-модели, мы в дальнейшем будем ее менять и углубляться, то есть расширяться. Сейчас мы работаем там раз в неделю с детьми. Вообще мы планируем там чаще работать, планируем переходить в конструкторское бюро дальше, там, чтобы дети вообще могли приходить постоянно. И планируем удешевлять продукт в будущем за счет его массовости. И когда вот это произойдет, мы сейчас работаем, я не знаю, можно ли, ну давайте просто скажу, работаем с одним из крупнейших банков Украины над тем, чтобы совместно втроем наша компания, банк и клиент могли получить, клиент мог получить там оплату частями или рассрочку на наш продукт. И уже выплачивать, работая с детьми, работая, ну, выплачивать эти деньги. Потому что если мы говорим о том, что мы хотим всех преподавателей, которые сейчас попали под сокращение, и других преподавателей, которые не попали, но, скажем так, хотят еще дополнительно зарабатывать, если мы хотим со всеми с ними работать, если мы хотим всем им дать возможность, допустим, это преподаватели информатики, математики, физики, дать им возможность и дать детям возможность получать эти знания, то, конечно же, мы должны и цены, соответственно, под этот контингент подогнать. И над этим мы сейчас работаем, и я думаю, что не позже, чем в следующем году, уже мы попробуем запустить эту бизнес-модель вот с сентября. Сейчас мы запускаем школу преподавателей, пробуем вот свои силы, будем создавать, по сути, мы даже в некоторой мере будем создавать себе, не некоторые, а со следующего года мы вообще там конкуренцию себе создаем очень большую. А сейчас мы будем учить преподавателей, и этот преподаватель может пойти к нам работать, может пойти к нашим конкурентам работать, а может пойти работать самостоятельно. То есть, да, мы работаем, понимая, что мы сами себе там некоторую конкуренцию делаем, но зато мы выполняем свою миссию. А вы меня спросили о интересном роботе. Мне даже интересен робот-массажист, например. Это наш внутренний проект тоже, который распознает, скажем так, жир, мышцы, кости, тип кожи, там, покровы различные и так далее. В общем-то, он работает. Мне интересно, что этот робот, с точки зрения медицины, он не самый опасный, мы его могли бы внедрить. Лапароскопическую какую-нибудь хирургию мы не беремся, да? Хотя поступали такие предложения. Но вот такой робот, он был бы очень интересен, потому что он применим. И это прямая сервисная робототехника, которая была бы очень классно смотрелась, и можно было бы там применить очень много и по искусственному интеллекту, потому что нужно анализировать, как человек меняется после массажа, что ему нужно предложить. Ну, такие роботы, которые можно применить где-то эффективно и интересно, они мне нравятся. Олексію, спасибі вам за цікаву розмову. Нагадаю, Олексій Різніченко, керівник та засновник мережі центрів робототехніки «Ботеон», був у програмі «Ченці сьогодні». Дякую, що були з нами. До зустрічі. Thank you.